Вчера только вернулась из Шри-Ланки, там проходил чемпионат Азии. Моей главной соперницей была шахматистка из Узбекистана, мы с ней играли в финале. Я очень хорошо подготовилась к матчу, поэтому и выиграла. Чтобы воплотить мечту и стать самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, ей нужно трудиться, много заниматься. Я верю в дочку, верю, что она добьется своей цели и внесет большой вклад в нашу страну.